Сочи накануне завершился медиафорум Общероссийского народного фронта. Наша коллега Ольга Пырочкина принимала в нем участие и делилась новостями. Сегодня ее короткое сообщение о том, как прошел последний день форума и конкурс журналистских работ. Добрый вечер, коллеги. Ну что ж, за моей спиной горы и пальмы. Это потому, что я нахожусь в Сочи на медиафоруме Общероссийского народного фронта 2019. Ну а в моих руках вот такой вот огромный диплом, который наверняка даже целиком не лезет в кадр смартфона. Но это потому, что форум закончился, и у нас завершилась церемония награждения. Это диплом лауреата конкурса аэропорта имена великих соотечественников. Напомню, что аэропорт города Чебоксары получил имя нашего космонавта Андрияна Николаева. Но на самом деле награждение — это не все. Главным событием дня стала встреча с президентом Владимиром Путиным, с региональными журналистами. С нами он общался практически 2 часа, и за это время мы успели обсудить множество проблем, которые актуальны сейчас для территории всей России. Я просто приведу вам для примера. Говорили о необходимости единого подхода к определению категории семей, которые имеют право на льготное питание детей в школах. То есть семья должна быть признана многодетной, если у нее 3 детей и более, а не 4 и более, или даже 5 и более, как сейчас. Сейчас это на самом деле на усмотрение муниципалитетов. Говорили также о том, что не хватает врачей в глубинках. Президенту даже предложили вернуть такую систему распределения, как было в Советском Союзе, для тех, кто закончил вуз и учился на бюджете. Вот такие вот основные темы. Ну, а я уже скоро буду в Чувашии с дипломом. Встречайте.